посмотрите, у нас как солнечная погода. Вчера у нас очень холодно было. Ураганный ветра были. Ну, уже в куртке же ходим, чтоб похолодало. В Губе, у нас в районе Губе, же там же снег был тут. Сейчас иду по делам, что говорит. На почту, АТС. Быстро в АТС пойду. Там угавля. Нужно забрать. Угавля, боже, нам поменяли. Интернет. У нас интернет провайдер поменяли. Мы как был Астеликом. Сейчас у нас оптика новая. Пришли, кабель, модем. Все бесплатно. Поставили после угавля. Месяц мы будем 18 марта платить. Давай посмешу. Месяц будем 18 марта платить за интернет. Сейчас иду на почту. Сейчас иду на почту, как могу оставлять вот такие документы там взять, такие подписать. Когда такое, конечно, оптика это хороший, говорит, скоростной интернет будет. Вот сюда. Вот так. Конечно, это скоростной интернет, какой-то новый. Оптика. Все, кабель, модем, модем это Wi-Fi. Все бесплатно поставить на. Сейчас нужно угавля там договор заключить с ними. Подписаться там. Вот если Сумгаете. А ты у нас там Сумгаете, вот это была почта. Центр Сумгаета. Туда сейчас пойду. Вчера пришли, все установили. Так хорошо, аккуратно все установили. 30 мегабит, то есть вот так у нас 30 мегабит в месяц, каждые 27 числа будем оплачивать 18 марта. Раньше мы 4 мегабит было, 20 марта платили, но слабый был, слабый что-то интернет был, тогда с телекома. Сейчас как новый оптика как установили, туда сейчас иду, АТС на почту, угавля вот это, контакты там с ними заключать, подписывать и все, забивайте. Бумаги и все, и буду сидеть на новом провайдер оптики скоростной интернет. Может сейчас лучше будет этот, могу уже с вами выходить на прямые эфиры, а другой какой бы провайдер невозможно было на прямые эфиры выходить или что-то, и вот это может быстро будет загружаться видео, будет быстро в влоге, а то другой интернет сидел долго загружалось, где-то 2-3 часа сидел, пока загружится это видео это на интернет, на YouTube. Короче, очень хороший как будет. Все, кому поставили, я спрашивал, узнавал, что хорошо, все хорошо грузится, все хорошо. И шел я шел с этого интернета. Сейчас иду. Как раз угадает, поснимаю. И мне там кто-то попросил снять третий квартал, где вы там жили. Как раз вот сейчас иду туда, в АТС. День. Ой, солнце светит. АТС, где почта. Как раз там третий квартал, там рядом. И вот этот, кто мне попросил третий квартал снять, ваш двор, дом, и там сниму. Потому что оттуда буду проходить через двор, потом ехать насосы. Как раз через двор я так иду, короче, со мной так. Через дворами, так короткими путями ухожу к остановке и еду насосно. Насосно я еду в эти базары, где бывший был, там Ваня Генин. Сейчас буду вот, смотрите, буду показывать вам Сунгари. Давно уже не видели Сунгари, тоже где так. Вот это домашние же это дела, как я вам сказал. С этими интернетами, всякими домашними там делами вот так занял. Занимаюсь за это. Кто пишет мне комментарии хорошие, все со мной общаюсь, комментарии хорошие пишут, всем большое спасибо. Но есть такие комментарии, пишут такие плохие слова, там такие плохие комментарии оставляют на канале. Я мне не говорю, что ко мне заходить на мой канал, если вам не нравится канал, проходите мимо. Зачем писать такие
комментарии. Как, если вам не нравится, подписывайте видео и заходите на мой канал. Всякую гадость не зачем писать. Если вам не нравится, не смотрите зачем. Вам никто ничего не заставляет, и не пишите такие комментарии. Если кто-то пишет комментарий, я ничего не говорю. Блокирую. Или вот на YouTube спам. Жалобу туда пишу. За плохие комментарии. Так. Если так будет продолжаться, так много будет комментариев, плохие будут. Уже мяч будет. Буду отключить, от комментарий буду отключить. Отключу комментарий и все. Просто машина стояла. И все, так буду отключу комментарий, все, мне будет свободно. Ага. Просто, знаешь, не отключаю, из-за у меня есть на канале хорошие подписчики, какой на моем канале уже давно со мной. Вот с ними как общаюсь, представляю это так. Вот это мне только немножко оставили, не знаю как будет, но если что, как отключу комментарий, у меня есть телеграм-канал, можете там написать, там можно отключить. Если будет так продолжаться с таким плохим комментарием, я буду уже матчбол уже отключу комментарий. Вот так. Вот сейчас уже дохожу. Вот. Это почта, это как пятна кварты. Сейчас буду показывать вам. Вот это 18-й квартал. Вот, это 18 квартал. Сейчас иду на почту. Можно могу через дворы пойти. Я прямо пойду. Посмотрю весь Сингайт. Вспомните эти места. Так, все, идем гулять. Смотрите, Сунгаит. Весна. О, весна, говорю. Осень. Конец уже ноября. Уже осень кончается уже. Заканчивается уже осень. Почти уже конец ноября уже почти. Заканчивается уже осень. Уже зима. Скоро начнется. Но с погодой такая хорошая. Это дорога поселку Ишачла, туда, поселку. Вот это через дорогу 5-й квартал. Вот через дорогу, мне сейчас туда. Это 18-й. Вот это 18-й квартал. 18-й квартал, через дорогу. Вот это дом, через дорогу 19-й квартал. Дальше будет, вот это между 18-й квартал. И вот 19 квартал, Ака. Это центр уже Сунгаита. Вот через дорогу это 19 квартал, еще раз вам скажу. А это 18 квартал. Смотрите, Сунгаит какой. Ноги просили там увидеть, хотели Сунгаит. Вот Сунгаит ваш. Пешочком. Это 18 квартал. Сейчас я буду приходить на 19 квартал. И прямо идти к 5 кварталу. К почте. Наверное, дожди были. Здесь. Ночью дожди, наверное, были. Дождь. Потому что весь асфальт правильно мокрый. Приехали дорогу. А, вот там лужа. Снились. Через дорогу 19 квадрат. И вот это здание. Вот двухэтажное. Здесь церковь. Вот. Этот. Поэтому двухэтажное здание церковь. Кильса. Вот. Вот здесь. 15 квартал. Я иду прямо на почту. В сторону 5 квартал. Наверх. Вот через дорогу, там сейчас будет дорога. Будет с правой стороны будет 4 квартал, с левой стороны 5 квартал. Это сейчас я иду уже по 19 квартал. Вот здесь, вы знаете, я много снимал ролики, где это. У меня на канале это ролики здесь есть по 18 квадратов, по 19 квадратов. Показывал, снимал. Вот в самом месте гулять.
Посунгайте, сейчас на почту зайду. Уже птицы поют. У нас так погода. Этот клуб сейчас сделает. Вот через дорогу это 18 квадратов. Сейчас иду на почту, АТС. Там у Габеля. Это нужно забрать, подписаться. Контакт. С этой оптикой, что я когда он контакт, это как я с телеком уже отказываюсь, уже он как ляпал, ну это линия, перехожу на оптику. Какая шикарная погода, а и в куртке тоже, мне в куртке жалко, потому что сейчас утро. Смотрите, сейчас отрезаю, возьму это документы там, и потом насос уже домой, и как раз третий квартал пойду, покажу ваш дом. Вот я пакет мне так немножко шуршит. Вот через дорогу это пятый квартал. А вот это четвертый квартал. Ждем. Пошли. Вот это пятый квартал. Все, я уже дохожу. АТС, она хочет. Вот по пятому квадрату иду. А через дорогу, вот через дорогу это четвертый квадрат. И там четвертый, где четвертый квадрат, там гимназия. Вот его кемный пакет такой шуршит. Вот, смотрите, узнаете здесь место. Центр Сунгайт. Все, вот я дошел до АТС. Вот на почту. Все. Отключаюсь, захожу туда. АТС. Главная почта Сунгайта. Все, я уже вышел с почты. Вот, Габля, это контакт заключил с оптикой. Будет у меня 8 месяц, 18 мат оплата, 15 мегабит. Говорит, хороший, скоростной будет. Там есть 21 монат, 30 мегабит. Пока я сделал 18 монат. Там 15 мегабит. Месяц 18 мат платишь, 15 мегабит. Сейчас посмотрим, как будет. Если путь хороший, скоростной будет и нет, хорошо, за 15 мегабит, 18 монат доставлю. Если будет слабо, будет прибавлю 30 мегабит сделаю. 30 мегабит это 21 мат в месяц. А так хорошо. 18 мат платишь, все. Как по один, если не платишь. Телефон один, интернет один не платишь. Как ты манат 85 копеек за телефон. И 20 манат как платил за 4 мегабит.
интернет. А сейчас месяц, все, месяц 18 монат буду платить. Это хорошо. По 11 не буду платить. Все, я грабля закончился. Все, телефон уже. Вот телефон говорит. Интернет все актив, уже активный. Все активен, уже все заплатил. Все уже сделал. Иду сейчас третий квартал. Вам снимать ваш дом. Я, по-моему, покажу дом 4. Дом 4. Все, вот это пятый квартал. Иду к третьему квартал. Через дорогу. Четвертый квартал. Там идем. Третий квартал. Сейчас вот дом сниму, покажу. Все, свои дела закончил. Сейчас мне нужно переходить к третьему квартал. Как раз зеленый человечек там. Пойдем в третий квартал. Вот. Долго пришел. Третий квартал. Вот это третий квартал. Сейчас идем во двор. Дом четвертый сниму. Üçüncü məhələ. Burada gördüm damlardan trans. Дом 4-то я знаю. Это там я снимал. Да, я там снимал на канале, у меня ролики были. Вот эти кваты я много раз снимал. Все, вот это третий квартал. Вот улица идет низами. Выше таванной линии, по улице низами иду. А где я был, где пятый квартал, это улица Азербайджана была. Иду к вашему дому, дом четвертый. Сейчас посмотрим, откуда зайдем. Вот отсюда, во двор. Зашел во двор, это третий квартал. Сейчас оси, деревья, сейчас немножко уже листья отпали. Балкон будет ваш видно. А когда здесь все в зелени, ничего не видно. Балконы этот, окна не видно, потому что из-за деревьев здесь очень много. Вот это третий квартал, смотрите, мой, ноги здесь, знаешь, жили в третьем квартале. Спускаемся. Как раз я выйду к базару, чисто эти плат. Вот гаражи. Вот она лестница. Вот такие балконы. От гаражами. Вот гаражи здесь. Вот гаражи. Сейчас мы посмотрим, покажу вам лестницу. Смотрите. Ой. Какой черный кот. Не кошка это? И вот она лестница. Вот этим платным. Дома. Поднимемся по лестнице. Вот этим квартал гуляем. Так, вот улица, это идет. Это же улица Найманова. Там впереди третий дом.
Вот считайте плату, смотрите. Ремонтные на работу идут. Сейчас мы спустимся по лестнице. Там еще есть лестница. Только вам полностью покажу. Дайте кулату. Здесь лестница. Вот. Эти лестницы. Над гаражами. Вот здесь, здесь просто граффити. Вот так. Все. Так. Здесь лестница здесь. Вам показывал вот эти. Такой таланчик пойдем. Маленький. Узкий. Вот так я прошел. Смотрите. Вот это на гаражами, так и балконы. Вот здесь, здесь гаражи. Вот так. Иду в эту сторону. Базар нужно пойти. Это ваша дома. Это, вот этот дом. Дом 4. Дом 12. Сейчас мы проверим. Сейчас вам покажу издалека. Это дом. Дом 4, дом 12. Сейчас вам развернусь. Покажу ваш дом. Мимо вашего дома прошел там. Сейчас вам покажу. Развернусь. А, туда я выхожу. Только счастье. Сейчас вот так разменюсь. Идем. Вот. 4 доп 12. Вот он. 4 доп 12. Вот этот дом. Как вы говорили. А ваш балкон, говорил, выходил на гаражи. Я сейчас покажу вам. Я там по лестнице прошел. Сейчас вам покажу дом 4 доп 12, где гаражи. Здесь вход. Это здесь блок блока. А вот здесь, где на, вы говорите, что ваш балкон ходит на гараже. А вот он. Гаражи. Сейчас с той стороны вас сниму. Вот этот дом. 4 до 12. Вот он. Вот гаражи здесь. Сейчас оттуда пройдусь, и вы увидите. Я между гаражами пройдусь. Так, отсюда вы не увидите балкон. Оттуда дорога есть. Здесь алмакет. Вот. Такая сосновая здесь мини-лес. Сейчас вот отсюда пройду. Я покажу. Между гаражами. Вот здесь надо увидеть свой балкон. Что я вам показал. Сейчас здесь покажу. Можете увидеть свой балкон. Вот отсюда. Гаражи. Многие, знаю, бегали опять по гаражам. Вот. Смотрите. Можете увидеть свой балкон. Здесь просто сосна дерева. Вот дом. 4 до 12. 4 до 12. Вот этот дом. Можете увидеть свой балкон. Вот это домик. Сосны здесь позагоражают. Заградить вот там птички. Вот, вот ваш пол. Все,
Так, мне нужно идти на них. К базару. Базар. А, туда. По улице Наймана. Вот этот дом, где вы жили. Все, я выхожу с этой квартиры и еду домой. Там сяду сяду на такси. Автобус 30-ка долго едет. По Манату такси едет. Все, я выхожу. Как он обещал, снял. Так, мне выйти нужно. А, вот. Через 2 года 4-ю квартиру. Все, я ухожу. Вот вышел прям к базару там. Вот это 4-ю квартиру. Дом. Что, его собирается сносить, что ли? Загадили все. По этой улочке нам ходить. По дворам этим. Все это, оставаться там, все сделать красиво, беседки все поставить. Очень красиво было. Жаль, что это все сносит, это все такое история. Все так остается, эта история. Сгорит. Жалко. Пакет шуршит. Это первая школа. Вот. Это первая школа. Кто здесь учился? Первая школа, и там дальше уже 29-ю квартиру. Сейчас сяду на такси домой быстренько. Все. Все дела сделал с этим интернетом. Вот это она была. Есть кафе, как ресторан. Через дорогу. 16-ю квартиру. Вот через дорогу. Я иду по 29-му квартал. Это улица Найман-Найманова. Все. Я пошел, сажусь в такси, еду домой.